Я не знаю, правильно ли я это сказал. Я просто хотел поздороваться. Здравствуйте. Сегодня мы будем смотреть Димаша с песней «Грешная страсть». Большинство из вас просило версию с концерта Арнау. Я заранее ознакомился со словами этой песни, чтобы понять, о чем она. Я люблю такую тематику. Давайте уже насладимся. Ты явилась нежданно. Как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Я просто хочу сказать, что мне нравится вот эта часть его диапазона. Я думаю, что его низкие ноты недооценены. Для меня они так восхитительны. Я поражаюсь, как он делает это. Он всегда добавляет что-то такое. И это сексуально. Я как будто бы во сне. Извините, давайте продолжим. Только ты одна. Ливни долгие лили, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Он настолько цепляет меня. Это как гипноз, когда слушаешь Димаша. Потому что у него так много вокальных переходов. Он играется с песней и со звуком. И это не может не зацепить. Мне нравится его звучание. Этот воздушный, мягкий голосок. И он извлекает полный звук. Есть ряд вокальных особенностей, из-за которых я влюбляюсь в голос певца. И Димаш обладает ими всеми. Мы будем пылать в угле и
Мне нужно прослушать это снова, потому что эта нота была такой изысканной. Она прозвучала так чисто, мощно и звонко. Ох, как же Димаш спел ее! Я хочу прослушать весь этот отрывок. Я так счастлив, как никогда. Там столько всего случилось за раз. До сих пор перевариваю. Мое почтение, Димаш. Какое захватывающее выступление. Он перенес нас в другое место. Из пункта А в пункт Б. Я про начало песни и про ее конец. В этой истории было столько поворотов. И своим пением он заставил нас почувствовать это. Я летал здесь, как перекати-поле. Я до сих пор не могу это воспринять. Вот эта последняя часть, где было столько вокальных шалостей. Низкие ноты, высокие ноты. Еще и сама группа. Все это акустически было идеально. Я весь сияю, как медный Сентава. Он всегда рассказывает разные истории каким-то особенным, уникальным образом. И мне это нравится больше всего. Он использует все ресурсы своего голоса, чтобы передать нам эти образы, которые у него в голове. И в этом видео его вокальный диапазон такой здоровенный. Я хочу послушать эту часть еще раз. Он же там вообще не дышал, только в самом начале. Он держал все эти музыкальные ноты, со всеми этими переходами. Как долго это было? Димаш — это явление. Тут не о чем больше говорить.